Мы можем сказать, что 22-й год был самым драматичным годом в истории независимой Беларуси. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Эта война не нужна Беларуси, но нужна Александру Лукашенко. Есть меркаванне, что без Беларуси, без поддержки политической, военной, Путин вовсе не начал бы эту войну. Бо одним из стратегических керунков на початку войны это был такой сухопутный поход на Киев, а это могло быть ошицелено только через территорию Беларуси. Тому территория Беларуси сыграла очень важную роль на початку войны. Теперь роль Минска допоможная – оттягивать увагу украинских войск от Донбасса, створать некую иллюзию, некую напруженность на меже, створать иллюзию махчимости наступу с территории Беларуси, но махчима и почать некий наступ, никто не ведает, какие там планы у будущему Путина. Вот, то бок теперь я бы сказал, что территория Беларуси хучей допоможная. Главную роль она теперь уже не отыгрывает. Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских. Агрессивная риторика Лукашенко на адрес Украины началась в 21-м году, когда стало зрозумело, что тая политика нейтралитета, якую притримлювався официальный Минск с 14-го года, она зникла. И Беларусь в политическом, дипломатическом сенсе цалком стала в этом конфликте на бок России. А Лукашенко в интервью пропагандисту российскому Владимиру Соловьеву сказал, что когда начнется война, то она будет тянуться несколько дней, 3-5, и там нема кому воевать. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Потом, когда война еще ж началась, Лукашенко попробовал повторить опыт 14-15 года и сыграть роль миротворца. И он телефоновал Зеленскому и Путину, пропоновал перемовы. И они начались в початку на территории Беларуси. Они, зрозуміло, нічим не закончилися, ну, але Лукашенко поспробовал продать Заходу вот эти два как бы меседжи. Перший – Беларусь не удельничает в войне, и тому заплатите нам за то, что мы не пустили свое войско на территорию Украины. Другое, Беларусь хотела бы снова сыграть роль миротворца и готова, как бы, пропоновать пляцовку тут и вовсе быть неким модератором в этих перемовах. Все ободва эти месседжи Захад не принял, бо одночасово с этим с территории Беларуси летели ракеты у бок Украины, и Беларусь была признана соагрессором этой войны. Тому эта спроба Лукашенко выкрутиться не удалась. И весь остатний год обмерковывали питание, каким чином Беларусь подтримливает Россию, каким чином Беларусь удельничает в войне. И ці будут накированы белорусские войска на территорию Украины. Лукашенко займал такую позицию двухсенсовную. З одного боку, он говорил, что мы подтримливаем Россию, мы союзники, мы на боку России. И в вогуле его риторика была вельми воявничая. И он сказал, что Захад хочет напасть на Беларусь и Россию, что Украина хочет напасть. А с іншого боку,
И он весь час подкресливая: мы за мир, мы хотели б миру, мы подпропонуем Украине мир, ну а мир на умовах капитуляции Украины. Тому вот такая суперечливая риторика, але эта риторика на внутреннюю аудиторию працует. И то, что поводле логичных доследований довер до улады у Беларуси повеличился, одной из причин это то, что Лукашенко смог упэўніць пэўную частку беларускага грамадства, што менавіта дзякуючы яму Беларусь не ўцягнутая ў вайну. Шаноўны прэзідэнт Зеленскі, паважаны ўрад Украіны, мясцовыя ўлады, а таксама ўсе, хто вызначае украінскую палітыку. Ад імя беларусаў я не перастану выказваць павагу за тое, як украінскі народ змагаецца за сваю краіну, за ўвесь наш рэгіён і за ўсю Еўропу. Мы з вами ведаем, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі. А без вольнай Беларусі не можа быць бяспекі ва Украіне і рэгіёне. Ніхто не ведае, як могуць паўплываць кантакты з Ціхановскай на паводзіны афіцыйнага Мінску. Але калі можна гэтага не рабіць, то лепш не рабіць, вырашылі ў Кіеве. Галоўнае, што хвалюе афіцыйны Кіеў, гэта ці можа здарыцца з тэрыторыі Беларусі з'яўленне другога фронту. І таму робіцца стаўка на тое, што не варта рабіць некія крокі, якія могуць справакаваць Лукашэнка на паўнавартасны ўдзел у гэтай вайне. І дзеля гэтага Кіеў не разрывае дыпламатычных адносін з Беларусю. У Мінску знаходзіцца ўкраінская амбасада па-ранейшаму. У Кіеве лічаць, што магчыма, што такім чынам можна неяк устрымаць Лукашэнка ад больш агрэсіўнай лініі на ўкраінскім кірунку. Я думаю, што верагоднасць уступлення Беларусі ў вайну супраць Украіны мінімальная. Яна была мінімальная ў пачатку, калі былі больш спрыяльныя ўмовы, калі здавалася, што яшчэ некалькі дзён і можа адбыцца расійская перамога. То сёння, калі сітуацыя зусім іншая, калі вайна прыняла такі зацяжны характар, калі перспектывы перамогі Расіі вельмі туманныя, калі не сказаць ніякія, і ў такой сітуацыі ўступаць у вайну, ну гэта проста глупства, гэта сказаць, была памылка вялізная. У Лукашэнка ёсць адчуванне небяспекі, і таму я мяркую, што Лукашэнка не пойдзе на гэты крок, як бы там яму не прыгражаў Пуцін. Я не думаю, што для Пуціна гэтае пытанне крытычна важнае і стратэгічнае. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Владимир, спасибо огромное. Это не дань моде. Я действительно вам благодарен. Российский вектор замежной политики Беларуси был заўсёды галоўным от початку існавання незалежной Беларуси. Вот. За гэтыя два гады пасля 20-го года гэты вектор вельмі моцна ўзмацніўся. Сёння гандаль з Расіяй складае 70% вонкавага гандлю Беларусі, хаця да 20-го года ён складаў 45%, мусіць. Павялічылася залежнасць ад Расіі вайсковая, замежнапалітычная, эканамічная, фінансавая, энергетычная, лагістычная, інфармацыйная. Вось гэта вайна прывяла да вельмі, скажам, вялікага маштабу звужэння беларускага суверэнітэту на карысць Расіі. Гэта адно з наступстваў вайны, і яно вельмі балючае і для Беларусі як дзяржавы, для беларускага грамадства, але я думаю і для самога рэжыму Александра Лукашэнкі. Вось гэтая сітуацыя ў адносінах з Расіяй вядзе да таго, што скарачаецца, звужаецца суверэнітэт Беларусі, незалежнасць Беларусі, павялічваецца ўплыў Расіі на ўсю палітыку Беларусі. Гэта пагражае таму, што беларуская ідэнтычнасць разбураецца. Вось, і урэшце рэшт звужаецца і ўлада Александра Лукашэнкі над Беларусь. Напрыклад, страчан вайсковы суверэнітэт,
на территории Беларуси находятся российские войска, которые тут поводят себя, как захотят. И это очень болюче для Лукашенко, болюче в том плане, что номенклатура начинает разуметь это и начинает все больше глядеть на Москву. Лукашенко это разумеет и не выпадково опошним часом, но весь час повторяет, что суверенитет Беларуси не порушны, что ни в каком разе нельзя сдавать незалежность и так далее. Это для него психологично очень важная речь, але он трапил в ситуацию, с якой, скажем, выпрыгнуть не может и вымушен ехать по той колеи, в якую он трапил в 20-м году. Я думаю, что нема фатальной залежности падения режиму Лукашенко от падения режиму Путина. У белорусов есть шанс, есть некий лаг, коли может отбыться перемены, навод, коли яны не подтриманы, не одобраны в Москве. Я хочу нагадать, что у 2020 году 10-7-10 дзён Москва увогуле моўчкі глядзела, што адбываецца ў Беларусі. То бок быў беларусаў шанец, Москва яго прадаставіла, бо яна бачыла, што не стаіць пытанне пра геапалітычны паварот у Беларусі, бо апаненты Лукашэнкі не ставілі пытанне пра разрыў з Расіяй і рух у бок Захаду. І таму Москва была гатовая паглядзець і не тое, што падтрымаць, але прыняць гэтую сітуацыю, як яна прыняла рэвалюцыю ў Арменіі ў 2018 годзе, калі да ўлады прыйшоў Пашынян. Фатальнай залежнасці няма, тым больш, што Расія сёння ў слабым становішчы, Расія сёння ў сітуацыі міжнароднай ізаляцыі, і яна настолькі ўцянулася ў украінскую войну, что займаться іншими пытаннями просто нема. И Путин займается сегодня головным обчином Украины. И коли могут отбыться некие перемены, и они могут отбыться не як поступово, не радикально, вот, то я б так фатально не связывал эти две речи. Все ж таки незалежность Беларуси, и она значительно большая, чем, скажем, незалежность умовной там Абхазии. Вы что, забыли, что в 20-м году было? Или здесь три четверти сидит людей, которые рады, что произошло в 20-м году и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем головы любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране. Самым главным керунком внутренней политики была эволюция от авторитарного режима белорусского до тоталитарного. Это означает того, что режим становится значительно больше репрессивным. А авторитарные режимы, у теории, это режимы, которые не претендуют на контроль за духовным житием людей, за особистым житием людей. Главное, что они не допускают это измены улады. Вот те, кто змагается за уладу, кто спробует змагаться за уладу, вот относно их и ожителяются репрессии. А все остальное этот режим не чапляется. А вот тоталитарный режим, он претендует на контроль за духовным житием, за особистым житием людей. Он не допускает иншодумства. Тобок иншодумство есть заборонено у Беларуси. Створается отповедная система адукации, где фактично пропановывается, ну скажем, тоталитарный подход да всей системы адукации, культуры, любая крамола вычищается и так далее. Мы должны дойти до каждого ребенка, начиная с детского сада, и привить им любовь и уважение к нашей родине и другим важным нравственно-идеологическим ценностям. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны.
И дивным чином, что на это никак не уплывала новая конституция, новая система улады, якая планируется у Беларуси с Всебелорусским народным сходом. И, до речи, сегодня, когда уже прошло некий час, то до конца так и не зрозумела, на во что Лукашенко была эта перебудова, на во что был этот Всебелорусский народный сход. Ну, але тенденция однозначная. Репрессии не просто заховываются на ранейшем уровне, они узмацняются. Это нагадывает Советский Союз, причем в некоторых керунках навод не просто, скажем, такие довольно либеральные, там, брежневские, те хрущевские часы, а сталинские часы. И вот элементами сталинизма являются безмежа силовых структур, репрессивных органов, являются те термины, которые дают по политичных артикулах. В советские часы эпохи Брежнева там диссидентам давали 5, 6, 7 годов максимум, а теперь, бачите, до 20 годов люди садятся за политику. Я бы хотел вернуть увагу, что именно в конце года стали говорить про лёс политзняволенных и стали нарастать попроки на адрес офиса Тихановской, мовляв, чому яна их не выратовывает, этих политзняволенных. И тут, мне подается, вот такая перемена, такая актуализация темы политзняволенных в демократичном осяроддзі. Она выкликана тем, что моцно изменились уявления про перспективы режима Лукашенко. Еще ж совсем недавно все казали, что долго на штыках сидеть немагчыма, что максимум праз 2 года Лукашенко будет вымушен ці то сысці в отставку, ці то встать на шлях либерализации и начать перамовы с Заходом об изволении политзняволенных. И, мовляв, не страшно, что тут политзняволенные отримовывают такие велизные термины. Все равно и не сидеть эти термины не будут, тому это так уже, так сказать, все часово. А вот в конце этого года стало бачно, что некоторые политзняволенные уже отсидели свои термины, выходят на волю, некоторых по другому кругу арештовывают. И высветляется, что ничего не меняется, режим узмацнился и не избирается не то, что сыходить с политической арены, а он узмацняя свою жорсткость на адрес политических оппонентов. Тема актуализовалась, и это так само вельми яскравый показчик того, что режим узмацнился и узмацняется его жорсткость и репрессивный характер. Калі казаць про перспективы, то галоўную динаміку у нашем регионе задає война в Украине. От сыхода этой войны, от того, як она будет развиваться, як она уплывает на внутреннюю ситуацию и в Украине, и в России, як она будет уплывать на политику Заходу, ну и, отповедно, она будет уплывать на внутриполитичную ситуацию в Беларуси. То бок мы маем момент, коли менавіта вонковые процессы могут поуплывать на Беларусь. И тому уважливо сочим за тем, что отбывается в Украине.